Что вначале надо сделать? Переключаем на испытание. Выбираем испытание. Постоянка. Запускаем пуск. Набираем напряжение испытательное. Смотрим так утечки. Ждем 5 минут после испытания. Нажимаем на кнопку. Напряжение спадает. Отключаем. Заземляем. Если кабель не спутался, то мы переключаем на режим прожига. Запускаем преобразователь частоты. Выбираем ступень, допустим, самая максимальная, 30 кВт. Включаем. Подаем также напряжение. Смотрим киловольты. Ток ПЧ ориентируемся. Также по напряжению ПЧ тоже. Потом понижаем ступени. Если надо, то 17.5.1. После того, как на низкой ступени у нас все, процесс перестал. Переключаемся на дожик. Дожик тут тоже на 1.7. Это под 300 вольт выдает. Смотрим, подаем ток дожика, смотрим. Уменьшаем. И последняя ступень 180 вольт. Ток до 80 ампер. Режим акустики переключается на акустику. Включается. Пуск. Выбирается ручной для включения или автоматическое. Обычно автоматическое используем, чтобы частоту автоматического. И регулируем напряжение. У нас конденсатор до 20 кВт. 30 микрофарад. Все, также все отключается, заземляется.